Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Но все-таки мы видим, как сейчас Китай поддерживает все-таки Российскую Федерацию в политическом плане тоже. Вот на политическую поддержку смогут ли повлиять санкции? Отчасти смогут, но мы прекрасно понимаем, что только лишь финансовыми санкциями вот тот политический, стратегический курс, который Пекин уже несколько, даже десятилетий пытается на себя примерить, но его, к сожалению, на 180 градусов развернуть нельзя. Тем более, что мы видим попытки Китая использовать свои так называемые прокси-режимы, да, такие как, например, Северная Корея, для того, чтобы, с одной стороны, обходить те ограничения международные по предоставлению России военного ресурса, назовем это так, и сохранить тот политический курс, который Китай в принципе для себя определил как основополагающий. То есть, ну вот, ввиду даже того, что российский диктатор завтра начинает официальный визит в Северную Корею, это как раз и подтверждает то, что пока китайские товарищи ищут обходные пути, как можно обойти вот эти финансовые ограничения, которые будут вводиться против их банков, включается план Б, включается второй канал, так сказать, поставок в Россию военного ресурса, который не связан, скажем так, теми политическими амбициями, которые присущи нынешнему китайскому режиму, потому что, ну, как бы, Ким Чен Ын и так уже максимально изолирован и политически, и экономически, и максимально зависим от того финансового и в том числе продовольственного ресурса, который идет с Китайской Народной Республики. Поэтому то, что не может делать Китай напрямую своими руками, он будет делать руками таких режимов, как, например, режим нынешний северокорейский. Поэтому для того, чтобы попытаться каким-то образом в политическом смысле поменять подходы Китая к урегулированию российско-украинской войны, в принципе, подходы к взаимодействию с странами Запада, нужно что-то гораздо большее, нежели какие-то финансовые ограничения. И тут мы приходим к одной из стратегических потребностей Китая, почему в том числе финансовые рестрикции действуют так, как они действуют против него. У Китая буквально там через 3-4 года будут начинаться колоссальные экономические проблемы внутри страны, если товарищ Си не будет решать вопрос, как говорится, ну, максимально радикально. Либо он будет договариваться с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки на партнерских условиях о возобновлении торговли как минимум до уровня до начала полномасштабной российской агрессии против Украины, ну и как максимум это до ковидного периода. И это может быть стимулом для китайской экономики. Либо, если ему это не удастся, то тогда у него остается и тот же вариант, который на самом деле был у российского диктатора, это начать какую-то региональную войну, региональный вооруженный конфликт и, соответственно, таким образом попытаться перезапустить экономику через собственный ВПК. Но в любом случае, скажем так, экономическое направление – это как раз та точка применения давления по отношению к Китаю, которая на самом деле может сработать и, соответственно, потом повлиять на политическую стратегию Пекина.